Здравствуйте, уважаемые зрители канала Power Station, с вами Макс Пауэр. И сегодня я хотел бы вам представить еще один свой любимый ножик. Ножик Складишок. Вот такой классный девайс под названием Leatherman Freestyle. Этот ножик производства фирмы Leatherman является полноразмерным ножом, который можно использовать в различных ситуациях жизненных, или, например, как обычный ножик. Тоже отлично он подходит для этой цели. Очень имеет хорошую заточку. Есть серрейторная заточка для того, чтобы кромсать веревку. Ну и самое интересное, то, что мне помогает, так как я часто работаю с электроникой, тут есть полноразмерные плоскогубцы. Вот такие. То есть он легко превращается и в ножик, и в плоскогубцы. Для руки он, в принципе, вот у меня большая рука, он лежит отлично. Если сравнивать его при работе с обычными плоскогубцами, инструментальными, вот такой у него примерно размер. Конечно, он потоньше и поменьше, но в основными задачами, которые справляются вот такие плоскогубцы, он также может легко справиться. И благодаря хорошей стали, у него, в принципе, очень крепко здесь все сбито. Я им пользуюсь уже примерно год. Периодически раз в неделю куда-то беру его с собой в путешествие. Или, например, на дачу, на работу, что-то поделать, открутить. Плоскогубцы как новые. Никаких царапин даже здесь, сколов, ничего такого не было. Хотя я крутил даже мощные болты, десятки, 12 миллиметров и больше. Ну, сколько хватало здесь вот расстояние между кругогубцами у него. И он с этим справляется отлично. Что касается по заточке ножа самого, после года использования, вот можете сейчас посмотреть, как это... как он себя ведет. Возьмем листок бумаги А4 стандартный. Я его ни разу не затачивал, как вот есть с завода год назад, так он, ну, серрейтор рвет бумагу, а верхняя часть, сейчас покажу, уже затупилась, конечно, уже есть затупление, но в целом, так как я им делаю тяжелую работу, режу провода и всякие веревки. Вот, например, есть кусок паракорда. Сейчас покажу на нем, как он режет. Если с помощью как раз специального серрейтерного ножа, который для этого предназначен. Он это делает махом, моментально. Соответственно, если вы будете, например, где-то использовать паракорд, а паракорд очень тяжело порвать обычным ножом, вот такой ножичек очень классно с этим справится. Вот. Даже без особых усилий он его просто разрывает. Хотя тут около 8 жил. Можно и потолще провод попробовать. Поэтому, если ваша работа связана с частным применением паракорда или других мощных веревок, такой ножичек будет очень полезен. Эта серия специально была разработана для ношения в кармане. Он по размерам, вот можете посмотреть, вот где-то с сотовым телефоном, если сравнить, вот такой. С обыкновенной ручкой. Вот такой он по размерам. Небольшой, то есть отлично ложится в ладонь. Можно его положить в карман. Тут есть специальная застежка у него, которую очень удобно в брюках или в джинсах его таскать. Вот так ложите, он лежит там. Не мешает. Легко превращается в обычный ножик. Просто одной рукой вы можете его всегда открыть. Вот таким образом. Защелкивается при помощи лока, вот этого замка. Можете посмотреть. Замок у него, в принципе, надежный. Тут нет никаких сложных механизмов. Он просто защелкивается. Естественным образом он подогнутый. И во время открытия он поднимается вверх. Вот так, фиксируя лезвие. Работа очень надежно, в принципе, держится. Пока тяжелых работ я сильно не применял к нему. Ну, так, немножко построгать пришлось веточку одну. Но никаких проблем с замком не было. Это уже после года использования. Он выглядит как новый. Благодаря очень хорошей стали, 420 NHS сталь используется. В принципе, очень крепкая для всех задач. Ее мы используем в хороших инструментах. Сама фирма Leatherman дает на него 25 лет гарантии, что очень хорошо. И говорит она о надежности. Вообще, вот в этом инструменте, хоть есть и ножик, и плоскогубцы, подразумевается вообще 5 инструментов по
описанию производителя. Тут есть комбинированный нож из стали. Это, собственно, сам ножик, который мы видели. Сейчас я разверну. Вот таким крестом его покажу вам. Так вот. Вот такой ножик. Это комбинированный нож из стали 420 HC. Острогубцы. То есть вот эти вот двое острых губок. Потом плоскогубцы. Опять же они. И захват для гаек и цилиндров. Имеется в виду вот эти вот как раз две губки, которые полукругом расположены. И кусачки для твердой проволоки. Они находятся вот здесь вот. То есть тут можно как перекусывать проволоку, так и загибать с помощью вот этого отверстия под разным углом. Очень удобный инструмент. Естественно, он мне в принципе полностью заменяет в походе вот такие плоскогубцы. Ну и также как ножиком его очень удобно использовать. Благодаря очень хорошей посадке для руки, замку, блокирующему лезвие, который не дает ему выскочить при работе. Что касается по качеству, я ставлю 5 из 5 и даже 5 с плюсом. Лазерман действительно шикарная фирма. Она делает качественные вещи. Вот после года использования у нее здесь может быть пару мелких царапин есть, и то если их заметить хорошо. А так он как новый полностью. К нему еще идет, шла такая небольшая инструкция универсальная. Она идет для всех ножей Лазерман. Тут все серии их. Есть, конечно, крутые мультитулы. Тут есть и с ножницами, и с различными прибамбасами, как, например, у ножей Викторинах, открывашки, пилы, штопоры и так далее. У меня же я использую самую простую вещь, как дополнение к Викториноксу. Так как у Викторинокс небольшое лезвие, мне вот как раз приглянулась эта модель за то, что она имеет большое полноценное лезвие. Его можно использовать как хороший ножик. Инструкция общая, тут просто рассказывается про все ножи. Толку от нее, конечно, мало. Но здесь вот конкретно есть описание и нашего ножа. Вообще, в принципе, одинаковый, как у всех. Нужно периодически смазывать его, хотя бы раз в год. И чистить. Насчет воды, он используется здесь очень хорошее покрытие. Да и сама сталь идет нержавеющая. Поэтому в принципе, воды он не боится. Но все равно не рекомендую, конечно, его в воде постоянно держать. А в целом, по эксплуатации, он может носиться без чехла защитного, так как он полностью сворачивается вместе, не имеет таких каких-то очень острых выемок. И поэтому можете легко его положить в карман. Вот. В случае необходимости использовать его как ножик или... Если ваша работа связана с постоянным применением плоскогубц, используйте его как полноценные хорошие плоскогубцы или кусачки. Вот такая вещь. Очень классно. Если вы хотите заказать себе ножик для постоянного ношения или для EDC набора, то как один из вариантов я рекомендую Лазерман. Либо такую модель, конечно, либо покруче можете посмотреть. Но в целом я доволен качеством. Всем советую. Все, спасибо за просмотр. С вами был Макс Пауэр. Пока.